На портале «Добродел» продолжается интернет-голосование по вопросу ремонта дорог. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал жителей подключиться к процессу выбора дорог, которые будут отремонтированы в следующем году. Мнение жителей – один из ключевых факторов, который повлияет на окончательный результат. Чем больше голосов получит тот или иной участок, тем более вероятность того, что он попадет в программу ремонта, подчеркнул глава муниципалитета.